На кітілі на вуму Львовича Каплана не злічить високих узнагород. У гэты день у своєму домі ветеран пагранічних войскаў сустракає гостей, активістов обласної організації Фонду міру. Менавіта по їх ініціативі, калі його кватэры з'явілася таблічка з надписом «Тут живе ветеран Великой Айчынной войны. Дякую за перамогу». Я радуюсь тому, что население большого нашего дома будет знать, что в этом доме живут пограничники, которые свою сознательную жизнь отдавали службе по охране государственной границы. Где бы они ни служили, на Западе, на Востоке, где они не были. Акция «Тут живе ветеран» ініціяваная праз 75 гадоў з пачатку Вялікай айчыннай вайны. Для Навума Львовіча яна пачалася з эвакуацыі з Беларусі ў Расію, адкуль ён быў прызваны ва ўзброеныя сілы. 32 гады аддаў службе ў пагранічных войсках. Сёння мае званне ганаровага пагранічніка. Мы, так скажам, знаходзімся в таком значимом месте. Это для нас квартира нашего, так сказать, ветерана. И Каплан Львович оказывает самую непосредственную помощь в патриотическом воспитании молодых людей, которые к нам приходят службу проходить. Уже человеку 90 лет, но не теряет своего оптимизма, своего вот этого внутреннего живой силы и все время с нами. Звонит, пишет, приходит, даже когда уже не может, даже когда болеет, но все равно с нами. И мы обязаны ему, так сказать, не то что спасибо, а огромное спасибо. Сегодня у Гомельской области проживает 2276 ветеранов. Организаторы акции с памятными табличками мкнутся дайсці да кожнага. У цырымоніях усталявання заўсёды прымае ўдзел маладое пакаленне. Пасяшчэнне ветэрана, мы самі убедзіліся, как они это воспринимают, что о іх не забывают, о них помнюць. Это один вопрос. Это подает им силы, здоровья. И другой вопрос. Она, эта акция имеет большое патриотическое значение, потому что мы же приглашаем и нашу молодежь, в частности, вот здесь и кадеты присутствуют, и учащиеся. Они это все видят, воспринимают. Поэтому эта акция имеет двойное большое значение. У Гомельской области первая такая табличка появилась у конца студеня. До Дня оборонца Айчыны з'явится 500-я по лику. Усяго их плануется промацовать больше 2000. Кропку миротворчего марафона организаторы поставят у День перемоги 9 мая. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».